Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Ведьмак Первый, и мы с вами продолжаем. Итак, Геральт вернулся на болото, и что ж, я так думаю, что морально готова поговорить обратно с Зигфридом. Что-то у нас тут такое творится, разведчики, черемица. Может, сначала с разведчиком поговорить? Победа Ордену Пылающей Розы! Победа Ордену Пылающей Розы. Ладно, давай, Зигфрид. Ай! Геральт, клянусь вечным огнем, я рад тебя видеть! Так, да-да-да, давайте. Что случилось? Об этом мы уже говорили. Игла попала мне под наголенник. Боюсь, я не могу идти. Эту рану нужно перевязать. Нет времени на такие мелочи. Похоже, у Гидры появилась отсрочка. Это был прямой приказ от самого великого магистра. Геральт, помоги мне, я назначу тебя командиром своего отряда. Я ведьмак, а не солдат. Я верю в тебя, Геральт. И еще я верю, что ничего не случается без причины. Вечный огонь дал тебе разом честь и ответственность. Ну, Зигфрид, не увлекайся так. Я умоляю тебя. Нам и вправду очень нужна твоя помощь. Так, ну вот, мы говорили, что подождите, мы осмотримся, мы поговорили со всеми остальными. Короче, соглашаемся. Хорошо, я поведу рыцарей в бой. Благодарю тебя. Эльфы и говенкары встречаются на кладбище големов. Нанесите удар решительно и уверенно. Думаю, не помешали бы ведьмачьи эликсиры. Я слышал о них много хорошего. Доведет вас вечный огонь. Конечно, куда ведьмаку без эликсиров? Еще один вопрос. Кто такие эти говенкары? Редкостные ублюдки. Они поставляют оружие белкам. Эльфы называли их халкарен, словом непереводимым, но как-то связанным с хищным корыстолюбием. Так. Новое задание. Разведка. Новое. Гаенкары, так гаенкары. Я согласился помочь Зигфриду сражаться с нелюдями. Но вообще-то только с эльфами. Я не хочу прямо всех нелюдей тут это изничтаживать. Надо привести разведчиков на кладбище големов. Ну, кладбище големов у нас тут, прямо скажем... почему мы не ходим? Геральт? Клавиатура? Не время. Не время заедать. Так понимаю, нам понадобится стальной меч. И очевидно, групповой стиль. Ладно, пошли. Как я и говорю, мне абсолютно не нравится ни то, ни другое. Ни помогать ни этим, ни тем. Так, куда-то я иду вообще-то, Геральт, мы с тобой в другую сторону идем. А, и вот это вот, вот эти вот за нами. Ладно. Это... Это показывается, что сюда. Гера. За странные прыжки. Так, ну да. Вот же эти големы, да? Нет, лагерь. Вот, кладбище големов. Чему как-то странно меня куда-то везет, непонятно куда. Я не хочу их сейчас приводить в пиявку. К пиявкам. Да? Ну да, вот туда вот. Куда до этого был? В общем-то, Сусанин. Сусанин ты, Гера. Опять кого-то съели. О, факел. У меня факела не было. Ага. Так, у нас какой меч-то? Стальной.
Так оно и есть. Вот и Гаенкары. Гера тут нужен быстрый стиль. Так, перерезали. Перерезали. Что теперь? Темерские стальные кинжалы сплошные у нас тут. Да. Топор краснолюдов. И что дальше? К Зигфриду? Ну, честно говоря, это было несложно. И он есть. Так, я надеюсь, ты не пойдешь друидов крошить. Ай! Геральт! Клянусь вечным огнем, я рад тебя видеть! Я привел твоих рыцарей на кладбище големов. И? Чем закончилась битва? Теперь это эльфийское кладбище. Твои рыцари сражались с честью. Однако информация о торгашах была ложной. Их там не было, только белки. И они нас ждали. Не беспокойся, ты будешь вознагражден за усердие. Орден Пылающей Розы не забывает своих друзей. Несомненно. Я докажу это. Я попытался выяснить, кто напал на нас в канализации. И? Очень уж их интересуют ведьмаки. Тут до тебя приходил в Изиму еще один ведьмак. Ну да. Беренгар. Да, да. Именно. Я выяснил, что он попал в лапы Саламандр. Будь осторожен, они и за тобой могут охотиться. Значит, Беренгар жив. Подозрительно. Благодарю тебя, Зигфрид. На то мы и друзья. Так, Зигфрид, 200 оренов и 30 серебряников. Теперь у меня есть еще одна. Чего еще одна? Так, Беренгар жив. Очень интересно. Ага. Беренгар жив. Теперь у меня есть еще одна причина уничтожить Саламандр. А где ж тогда Беренгар-то? Таинственная башня. Слушайте, сейчас с белками был чувак, который вот был, как его звали-то, я уже не помню, на вырубке. Ну-ка, дай-ка я туда сгоняю. Либо это был он, либо это был кто-то очень на него похожий. Дело в том, что, конечно, в этой игре тут типажи бабульки все одинаковые. Где вот среди лесорубов? Как его звали-то? А не, вот он стоит. Болт, это не ты, Болт? Продолжай. Нет, это был не Болт. Бывает. Счастливо Болт. Оставаться. Вот, слава богу, это был не Болт, как выясняется. Ладно. С лесорубами тогда все нормально. Тогда давайте сбегаем и еще раз посмотрим там на берегу, где мы нашли тела. Так выяснилось, что это был Беренгар, а теперь оказывается не Беренгар. Странно. Интересно, если я сейчас в лагерь к эльфам приду? Они меня это? Почикают? Забавно. Ну, наверное, да. Вряд ли они мне будут рады. Ну, я не скажу, что прям так меня все это опечалило. Пещера, но мы здесь уже с вами были.
были, волков там били. Так что больше мы туда не пойдем. Отвянь, отвянь, отвянь. 5 смелителей. Где я бегаю? Почему я... не могу пойти тут прямо. Наверное, могу. Кыш-кыш-кыш-кыш. Вот. В лагерь к этим кирпичникам. Не в лагерь, а там, где они свои кирпичи добывают. Так. Интересно, остались ли здесь еще тела? Вот они, пожалуйста. От удара меча очень острым мечом. Ну, так и значит, оказывается, что это не Берингар. Все мы только можем прочитать. Ну и все так. Что теперь делать? Я, честно говоря, как-то от этих вот непонятностей заданий затрудняюсь куда-то дальше выдвигаться. Васка что-то тоже все темнит по поводу своих этих водяных. А ведь как-то, наверное, с ними должны решиться вопросы, как мне кажется. Васка. Ну? Владыки, вот уже близко. Ну? Как говорится, владыки близко, а мы как-то еще далеко от понимания, я, по крайней мере, что дальше делать. Ну, значит, надо возвращаться опять обратно в зиму. Внемли мне, ибо я приношу. И собираться на эти самые. Так, голема мы сделали. Ну, Кальшрайн ничего не говорит. Единственное, что я сейчас могу предположить, что надо сходить к этому... псевдо-детективу. И с ним как-то. Это единственный человек, с которым мы еще... Новый клиент? Ни о чем не разговаривали. Давай. Что? И... Куда можешь меня отвезти? Вожу людей из Вызимы на болото и обратно. Странно, что мы до сих пор об этом с тобой не говорили. Время – деньги. Ты определился? А, нет, не определился. Прощай. До свидания. Мы сейчас все это с вами сделаем быстро. Ну, по крайней мере, постараемся сделать побыстрее. Почему? Да потому что сейчас мы поедем там, кат-сцена. Мы войдем в ворота, кат-сцена. Мы выйдем из ворот, кат-сцена. А тут у нас есть Мелители. Где она? Это силы. Каменный голем. Вот она. Теоретически, не так далеко. Вот. И мы оттуда телепортнемся сразу к Алькштайну. Может быть, и Алькштайн уже что-то надумал. Тихо-тихо. Кыш-кыш-кыш. Ну, они не самые быстрые, все эти монстры. Так, давай. Мы нашли бесплатное перемещение. Вот. Тем не менее, как бы, конечно, 5 оринов не такие большие деньги, но мы так порастратились, мы так порастратились. Кальштайн, больше ничего не скажешь? Угу. Вижу. Что ничего ты мне не скажешь. И я тебе ничего не скажу. И даже более того, я тебя, наверное, ничего не продам. Вот, 8 штучек кислоты. Все. Альбедо? Да, это выход.
Да он все никак не определится, Рубеда, Альбеда. Хотя от него тоже, смотрите, тут. Но зато мы можем собрать волчьего алоэ. Вот. У нас появилось место. Так что мы разжились еще одним доселе нам неведомым листочком. Так, Калькштайн, а детектив у нас был... О! Как интересно, мы должны научиться терпеть их, если они совершенно не терпят нас. Так, эльфийка меня... Ой, слушай, а я так этим... Ах, если бы у меня были деньги. В лагерь к эльфам так и не сбегала. Ну, наверное, и не стоит этого делать, я так думаю. Вот и мир, смотри, как оно. Ага. Вы зима, вот они, болото с этой башней. Ну, вообще-то, довольно близко все у них тут находится. Итак. Прямо как под водой. Принесла нелегкая. Ха-ха, Талер. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Талер, я с тобой хочу поторговать. Ага, так, нет, ну факел я, наверное, тебе сейчас не отдам. А что я могу отдать Талеру? А ничего не могу, да, факел я ему отдам. Зачем мне этот факел? Забирай. Думаю, у меня есть тигни, если что. Вот, бывай. О Шанне мы с тобой больше не разговариваем, насколько я поняла, да? Ну и не особо хотелось. Так, я блуждаю, но вроде правильно выхожу. Чистильщик обуви. Пойду к воротам замка. У тамошнего торговца отличный хлеб. Слава богу. Сейчас так трудно с едой. И когда они снова начнут пускать в город торговцев... Ой, чума, чума, кругом чума, зараза. Фиштех. Интересно, тот самый фиштех, который был с личинками? Гера, кстати. Ее взять нельзя. А где он? Аля Реймонд. Вот он. Да-да-да. Трепещет наш... Да, элементарно. Элементарно, Ватсон. Ну, наконец-то. Ну да. Теперь я все знаю. Калькштейн работал вместе с могилой. Я нашел неопровержимые доказательства. Да что ты говоришь? Что теперь? Мы устроим ловушку. Собирай снаряжение и приходи, когда будешь готов к опасной операции. Посмотрим. Что? Я собираюсь взять могилу, могила в могиле. Про начальника королевской стражи? Что это такое? Мне надо спросить тебя про начальника королевской стражи. Я видел его в городе не так давно. Он избивал голубых или еще каких-то извращенцев. Почему? А что тут непонятного? Все в городе знают, что начальник стражи ненавидит все, что называет извращениями. В особенности геев. Все знают, значит. Что? Так, а что по поводу могилы? Я собираюсь взять могилу. Он сражается на стороне Саламандр. Тебе надо его убить. Это будет непросто, но я попробую. Так, но дело в том, что могила уже в могиле. Я скажу Реймонду, что убил могилу, ну да, и он, в принципе, как бы не жив, поэтому мы даже не соврем. Что? Отличные новости. Ты будешь рад, Реймонд. Ты убил могилу? Он больше не будет нам докучать. Но новости в другом. Скоро мы схватим Еведа. У меня есть план. Мы отомстим за твою семью. А могу я узнать, в чем заключается план? Я хотел действовать в одиночку, но если ты хочешь помочь...
«Разумеется, хочу. В конце концов, ты мне платишь. К тому же мы теперь друзья?» «Да, друзья. Значит, вот как мы поступим. Поскольку мы лишили его правой руки, могилы, теперь мы сможем сыграть на том, что нужно ему и его прихлебателю Калькштейну». «И что это?» «Магические секреты, скрытые в башне на болотах. Я знаю, как ее открыть. И мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». «Конечно. Чем я могу помочь?» «Пойдешь со мной на болото, а когда я открою башню, вынесешь для меня тайные книги. Нельзя, чтобы они попали в руки Еведа». «Можешь на меня рассчитывать. Когда отправляемся?» «Немедленно». «Мы должны получить то, что спрятано в башне, все книги и свитки, и использовать их в качестве приманки для нашего друга». «А как ты собираешься открыть башню?» «Этот камень – ключ от башни, или часть ключа. Просто постарайся заинтересовать этим Калькштейна, как мы и договаривались». Господи! Он дал мне этот самый камешек, последний. Так. Ага. Ладно. Видишь, а куда он пошел? Так, дайте-ка посмотрим, что у нас там добавилось, что обновилось. Итак, я должен установить сефироты на соответствующие обелиски. Окей. Секретовые зимы. Я сказал Ремеду, что убил могилу. Он подождет меня около башни. Я должен подготовиться к столкновению с фальшивым Ремедом. Таинственная башня. Я получил последний сефирот от детектива. Так, подожди. Это общество сделало меня таким. Да. Чистильщик обуви. Может быть, ты что-нибудь скажешь? Так. Ну, держи. Два Орина. В первый раз в Изиме. Мы как будто с тобой не виделись. Я и книжку ему уже отдавала. Можно сказать и так. Расскажи мне про город. У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. В общем, как пел один бард: «Вы зима, как горящий бордель!» Все понятно. Спасибо за работу и за новости. Ничего нового. Два Орина потратили. Ну, что делать? Так, оружейник ордена приготовится. А, кстати, Зигфрид-то сюда вернулся. Где он есть у нас теперь? Или он все еще на болотах? Обычно он где-то здесь толкался. Давай-ка посмотрим. Нет. Пехотинцы и так далее. Ну, тогда давай забежим к Калькштейну последний раз. И, кстати... А, подожди. Отсюда ж я не попаду, да? Нет, отсюда не попаду. Так вот, может быть, от этого Калькштейна есть какой-нибудь выход. Кстати, вечереет, между прочим, да? 19:00. Красиво. Вы зима, как горящий бордель. Так, дай мне карту. Где у нас был Калькштейн? Вот так вот. Сюда вот. Последняя попытка, как говорится. Но мне кажется, что он...
ничего мне не скажет. Но проверить надо. Опять волчья алоэ. Давай. Какой у тебя хороший цветочек, Калькштайн. А, кстати, нету ли у него... Эту формулу надо обдумать. Здесь какой-то перемещалки. Ведь если мы перемещаемся к нему сюда, значит, теоретически можно и от него переместиться. Но я не вижу ничего похожего. Ни в шкафу, ни где-либо. Хм. Нет. Нет, никаких. Пока. До свидания, Калькштайн. Придется нам бежать своим ходом. Так, ну ладно. Отправляемся туда на болото, расставляем камни. Как это лучше сделать? А, ворота туда, да? Нет, подождите, будь куда ворота? Будь проклят дождь. Будь проклят дождь. Да ладно, дождь меньше из зол в этом мире. Какая красота. Что вы там такое? Слушайте, мы, конечно, приедем ночью. Но я не собираюсь ночью ходить. Сядем, помедитируем. Сварим, может быть, какую-нибудь еще ласточку. Хотя, сколько я смотрю? 3 штуки у меня. Может, и хватит. Проклятие, в горле пересохло. Тяжело на службе. Какая красивая погода. Красота. Транспортные услуги полу... Давай. Да, а, опять появляется. Ну, перевези меня на другую сторону. Я думала, что время мы с ними деньги. Говорили об этом. Ты определился? Я уже давно определился. Готов? Готов. Ага, плывем на болото. Я так понимаю, приплывем, и уже затемно, да? Ну, там есть костерок, сейчас мы туда с вами присядем и займемся. Геральт, мы это видели с тобой уже 1000 раз. Если не пропустить никак. На. Темнотище, да? Паромщик, костер. Если бы не монстры. Мирт. Давай-ка. Добрый господин, нужна лодка. Нет, не нужна мне лодка. Дай-ка мы включим Игния. Ой. И разожгем костерок. Итак, зелья. Способности вроде я все распределила, да? Насколько я помню, где они были? Где они были? А, еще одна серебряная есть. Откуда у нас появился? А, и можно сделать себе какое-то зелье из этого. Из куска монстра. Вроде как. Так, что я хотела? Сила. Это 4-й уровень. Стальной меч. А какой меч против этого Гизведа? Или как его там зовут-то, этого гаденыша? Это мне непонятно, почему я не сделала это.
Ну да. Пусть будет так. А теперь зелье. Итак, вот с этим вот, вот с этой штукой. А почему я не могу его сделать? И я же прочитала. Или нельзя было продавать этот свиток? Гром, духи, сила знаков. А вот, мощь голема. Так. Особая субстанция. А что он делает? Мутагенный эликсир позволяет купить улучшение интеллекта. Восход луны. Ну, давай сделаем. Так. Че сразу собачья петрушка? Ну, да ладно. Так. Кристаллы Альбара. Клыки зверя. А можно не клыки зверя, а купорос откуда-то с другого места взять? У нас же куча всякого купороса. Вот, например, здесь. Гидроген. Вот у нас тут куча гидрогена. Ну, мозг, понятно. Петрушка. Пусть будет собачья петрушка. Так, ну что, крафтим. Хорошо. Так, теперь. А теперь мне нужна простая ласточка, я надеюсь. Ай, слушай. А нет, есть. Тимерский спирт. Хорошо. Опять клыки зверя. Крупный яд. Эбис. Кольцо смерти давай расходовать. Мы ее уже выбрасывали в больших количествах. Ну вот. Не-не-не-не, а не мандрагоровые нету? Да, закончились. А нелюгарскую лимонную нельзя? Ладно, все тогда. Медитируем мы до рассвета. Какое-то волнение на воде. Эх, выпить бы. Сейчас и выпьем. Да, Геральт? Мутагеновых эликсирчиков. Так, ласточку ставим сюда. Значит, купить улучшение. Я боюсь, что я его сейчас выпью, и не то, что куплю улучшение, а мне придется, как говорится, я не знаю, как он действует. Короче, давай-ка сохранимся лучше. Будет клевать или нет? Вот, а сейчас и выпьем. Приобретена способность «Восход луны». И где она, эта способность? Здесь? А.
это не то. Я не пойму, где способность восход Луны. Вот это вот. Надо выпить мутаген. А вот какой мутаген? Это вот то, что я сейчас выпила мутаген, и он... Я нифига не пойму. Где и куда, и какой... И что мы приобрели, и где мы приобрели... Черт его знает. Ну, покажи мне. Какое-то волнение на воде. Покажи мне так. Я так думаю, что я сейчас, скорее всего... Нет, в талантах здесь у нас нету ничего. Ясно. Короче, ясно, что ничего не ясно. Поэтому давай-ка, Гера, загружая нашу сохранку, пить ничего не будем. Вот. Может, я такая тупая, ничего не понимаю, но я не понимаю это объяснение, что... Еще раз. Мутагенный эликсир позволяет купить улучшение интеллекта. А, интеллекта улучшение. Так, 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 так. Интеллекта, интеллекта. Вот что я упустила. Восход Луны. А где он? Да и нафиг он мне нужен. То есть, понятно, мы выжираем вот эту штуку. А тут еще появилась какая-то полосочка. Я ее не видела в эту сторону. И тогда приобретаем. Но у меня все равно нет очков для всего этого дела, поэтому... Ладно. Итак, у нас что? Сколько? 8, да? Вот, что мы делаем? Обелиски. Сефироты на соответствующие обелиски. Отлично. И обелиски. Где они тут есть? Мелителия, обелиск. Это тут у нас прямо рядышком был. Вот прям мы на него, Геральт, с тобой смотрим. Пошли. Было. Шинка, а выглядит как мина. Обелиск Мальхут. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Ну чё, ребята, страшно? Что это было? Что это было? Так, обелиск такой-то, дом дедушки. Ну так и пошли, наверное, прямо на вот этот вот обелиск. Страшно. Я не знаю, как я буду биться с этим. Товарищем, который нам не товарищ. Он же сильный наверняка, а мы какие-то... А Геральт слаб. В моем исполнении. Отвянь ты ж, господи! Так, тут какие-то непроходимые джунгли. Придется такаться.
Там эта дрянь живет. Прошу прощения. По-моему, там дом дедушки где-то. Да, вот он. Дом дедушки. Кстати, зайдем? Нет, никого здесь не образовалось. А то уж я подумала, что наш псевдодетектив здесь сидит. Мог, между прочим, засесть. Так, сюда. Куда-то. Пошли, Гера. Пинков получили от этой штуки. Лавун. Ага. Оживился, да? Гадость. О! Мы еще даже толком воевать не начали, а уже отхватили. Ну, потому что вот эти вот пиявки, вообще-то, по идее, не надо с ними драться в куче. А надо отделять пиявок от утопцев. И утопцев бить групповым, а пиявок бить... А пиявок быть силовым. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Там цветочек, между прочим, какой-то светится, который... Фаинвед. Далеко он. Не побегу я за Фаинведом. Итак... Дрянь бежит за мной. Не нравится мне это. Если нас простые утопцы разбирают, то как-то нехорошо. Хорошо. Вот она, башня. Так, следующий. Давай зайдем к этим. Подожди, а это что такое? Башня мага, а это разрушенная башня. Где мы сейчас поставили этот обелиск-то? Башня мага. На этом, что ли? Давай попробуем к этим забежим. Вот обелиска. Почему его нет на плане? Или те, куда мы поставили... Нет. Вот еще какой-то обелиск. Черт знает что. Непонятно. Так вот, по поводу этих самых
белок. Ой, ты кто? Ты кто? Виверна! Офигеть, откуда тут виверна взялась? А что у нее? Ам-ням-ням. Гера, а не пора ли нам перекусить? Если тут уже виверны летают, то нам явно нужно поправить свое здоровье. Мясо виверны. Что это такое? Подарить мясо виверны? Не знаю, давай съедим все-таки привычную баранью ножку. Блин. Я не знаю, почему это не работает. А, потому что Гера был в процессе забирания меча. Слушай, так может быть теперь у Скоэтаэли там вот эти вот полно этих виверн будет? Всякие вот эти вот хинопупсы, это просто детский лепет по сравнению с тем, что там. Но мне даже интересно. Это не дорога. Вот была дорога. Правильно мы направлялись. Да? Так, единственное, что... Давай-ка сделаем опять же сохранку. Вот. Потому как если мы сейчас отхватим просто по дурости... Кто? Явки, да? Геральт, ты можешь куда-нибудь сбежать? Нет, он встал, потому что тут тропинка, тут нельзя пройти мимо утопца. Утопец сдох от яда. Понятно. Да, Гера, да, мы умеем пускать дым в глаза, когда этого не надо. Это разрушенная башня, так? Вот, а теперь здесь у нас будут эти эльфы. А их тут нет. Ну да, было бы странно. Хотя лагерь остался, вся вот эта вот трава их знаменитая осталась. Не знаю, насколько она мне нужна, но киноварь. Киноварь вроде больше нигде нету, только в этих растениях. Так что давай еще раз соберем, раз уж мы сюда пришли. Раз уж мы разведали все. Больше мы сюда возвращаться не будем. Тот же самый двустрел тоже редкий. Не так много его у нас...
Ну, вообще-то, честно говоря, вот этот вот гербариум мне уже надоел. По большому счету, наверное, мне и хватит уже всех этих цветов, потому что если чего-то нету в одном цветке, то будет в другом. И наоборот. Ну, все, да? Ай, ладно. Пропустили один. Как же вы достали, а? Ну, явки, мирты. Так, мне нужен еще один обелиск. Что у нас тут по пути? Вот он. Костер рядом с ним. Интересно. Даже собирать ваши мозги не буду. То есть, Гера! Двустрел соберу, все остальное не буду. О, блин, компот, да сколько ж вас тут? Пиявка там ползает. Ну, с пиявки, наверное, стоит собрать. У нее, по-моему, какая-то там нужная кислота или еще что-то в этом роде. Так, все, теперь можем. Мы можем. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Так, ну вот. Да, они пропадают, эти обелиски, которые мы ставим. Это что? Это разрушенная башня. Так, это башня мага. Давай, пошли на хохму. Пойдем на хохму, Гера. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Угу. Так, следующее. Так, это каменный голем, а вот это костер. А, здесь эти обелиск. Что, пошли сюда. Прямо у друидов там стоит. В их рощице. Так, вы верно на меня не будут кидаться? Нет. Тебе? Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Морен, так, главный друид мне больше ничего не скажет, деньги не отдаст. Где он, кстати, был старший? Да-да-да, дай-ка я тебе помогу ухаживать за цветочком. Чего тебе, путник? Где мои 500 баксов? Где мои 500 оринов? Давай я тебе продам 4 мирта.
все, бывай. Ладно, слава богу, у них все нормально. А то были у меня сомнения по поводу Зигфрида. Так, и что? А почему мы здесь сидим дальше? А где Зигфрид? Вечный огонь, наполни мое сердце. Болота воняют. Ну, на то они и болота. Скоро мы выгоним этих нелюдей. И вообще, ты уверен, что это болото воняют? Да, Зигфрида среди них вроде как нету. Или я его не вижу? Нет, нет? Вечный огонь, наполни мое сердце. Нет Зигфрида. Так, ладно, пошли дальше. Карта. Обелиск Бина. Обелиск, да? Я, кстати, даже не считаю, где... Подожди, а почему сюда, да? Мне неохота, честно говоря, ходить по болотам. Прям вот от слова совсем. Пойдем так. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Это был последний? А, лесорубы. Привет. Луиза. Продолжай. Такой забавный, он так мне нравится. Счастливо оставаться. Ай, ну ладно, бывай. Проклятые друиды. Скоро дойдет до того, что начнут себя к деревьям привязывать. Хорошая отсылочка активистов. Так, а чего? А, смотри, дождь пошел. А куда они исчезли при этом? И они все испарились. Один Лойза тут. Вот у тебя работнички, слушай. Ну ладно. Где еще у нас обелиск? Костер, игрок, храм Мелителя. Вот сюда нам надо, да? Ёлки. 12 часов всего лишь. Так, пойти что ли еще друиду заплатить, чтобы дождь убрал? Сомневаюсь, что получится. Такой финт у нас. Блин. Так все хорошо. Потихонечку здоровье восстанавливается. Не надо нам никаких утопцев. Ну какое там, конечно. Гера, бей гада. Как не могу запомнить, это быстрый стиль, а последний групповой. Мне почему-то все время кажется, что посередине это групповой. Ну, потому что посередине. Это же логично. Если посередине, то групповой. Но нет. Мозги. Ладно, заберем. Так. Ну вот, вот, пожалуйста вам. Пожалуйста вам. Черт, Гера, пошли. Там мерзкая пиявка топает, а ее придется бить. Ты утопец. Да ну его нафиг, сказал. Травился.
Кира, ну почему ж ты не отходишь-то? Травят они, эти гады. Так. Ну вот что делать? Придется ее бить. Подполз. Подполз, пока я высматривала, где останки от пиявки. Так, это не пиявка. Вот она. Как долго мы тут еще их будем полосовать? Где этот? Да, он уже кто-то ползет к нам. Судя по звуку. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия все еще действует. Так, и я так понимаю, что последний, по идее, должен быть, да? Нет. Обелиск. А, здесь тоже был обелиск. Я просто мимо прошла. Приятно. У Милителя это тоже был обелиск. Отвянь! Смотри-ка, как они все в небо, да? У них под наклоном идут лучи. Подожди, а где? А, вот он, ёлки-палки. Сефирот слился с обелиском. Похоже, древняя магия. Такой стоит, да? Да-да-да, смотри-ка, они прям какой-то купол, что ли, сотворяют. Древняя магия, блин, страшно, честно говоря. Ну а что делать? Так, давай сюда, от кладбище големов. Это кладбище, это голем, а это костер. Окей. Два осталось. Да идите вы нафиг. О, как вы достали. Как вы достали, Гера, бей их. Отходим, отходим, отходим. Там эти пиявки нам нафиг не нужны. Гера! Да блин, ты будешь отходить или нет? Ну, какая дурацкая система. Так, стоп. Сейчас нас прибьют, сейчас нас сожрут и... Я не знаю, что делать. Не хочет отходить, дебил, блин! Да беги ты уже куда-нибудь! Yeah.
Геральт, в чем дело? Серебряный меч. Групповой стиль. В чем дело? Какие-то команды на атаку проходят с такой задержкой, что не мудрено отхватить. Гера, по-моему, ты выпендриваешься слишком. Нам надо туда, там все равно эти пиявки дурацкие. Ну, видали, что творится? Давай мы его положим и уйдем уже отсюда. Сефирот слился с... Да, слился он. Древняя магия все еще действует. Все еще действует. Дождь прошел. Так. Последний вроде как остался, да? Ой. Собачья петрушка. У меня там расходовалось, помнится мне. Так, последний. И он. Вот он. По крайней мере, деревня рядом. Так, ну что, это последний. Я не знаю, что сейчас будет. Здоровье у нас немножко восстановилось. Ласточку мы сожрали, поэтому делаем сохранку. Много сохранок не бывает. Давай. Обелиск. Все сефироты установлены. Мой медальон вибрирует, как сумасшедший. Да? Похоже, заклинание действительно действует. Дверь башни должно быть уже открыта. Могу сказать Калькштейну, что выполнил задание. Да, надо сказать Калькштейну. И вот теперь вопрос, как мы отправимся на лодке. Нет, давай не отправимся на лодке. Куда это все так рьяно пошли? Время-то у нас... А. Обеденный перерыв закончился. Давай к Мелителе. Теперь, по-моему, будет немножко легче ориентироваться. Место силы. А это храм Мелителе. Не-не, все, хватит собирать цветочки. Только что мы с такое очень редкое будем собирать. Слушай, а мне кажется, или все утопцы-то? А нет, нифига они не исчезли. А я уж обрадовалась, думаю, включили. А, это тех, которых мы тут били. Так, и что же вы будете делать? Давай к Калькштейну. Долгие какие-то у нас приготовления, все какое-то такое тянется, как жвачка. Хм. Задумался, да, по поводу башни. По поводу башни. Да? Балда. Так, расскажи мне побольше о сефиротах, прости меня, Калькштейн. Но я что-то подзабыл. Что нужно сделать, чтобы открыть башню? Короче, я поместил все. Я поместил сефироты на обелиске. Дверь башни открыта. Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Калькштейн,
величайшее открытие в моей жизни. Ведьмак, я должен подготовиться, так что сам понимаешь. Знай, я у тебя в неоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. Спасибо. Подожди, Калькштайн. Башня... Эту формулу надо обдумать. Ты только не лезь туда, там же... Этот, иди сюда. Что дальше-то делать с этим? Хм. Пока. Опять он ничего не скажет. Калькштайн вообще бестолковый. И не ходи за мной. Так, дай-ка я твоего цветочка сорву. Вот. Итак, давайте-ка мы сами посмотрим, что нам делать. Тут у нас задание изрядно поубавилось. Все отлично сработало. Фальшивый частный сыщик отдал мне Сефирот. Теперь я могу не притворяться. Надо открыть башню и победить фальшивого Реймонда. А почему у нас территория так закрыта? То есть... А, я думала, что уже мир перевернулся или что-то в этом роде. Так, но тем не менее, все то же самое. Все то же самое нам к воротам. Слушай, у кого из вас есть какая-нибудь настойка эта? В чем дело? В чем дело, в чем дело? Вишневая, вот, высококачественная. Блин, как ты много за нее хочешь. Ну, возьмем сразу три. Вот. И все, пошли. Ой, дождь идет. Да что ты говоришь? Фальшивый Реймонд. Ну, возможно, мы его как-то прибьем, но он же маг. Он же не лыком шит, как говорится. Пошли к дамбе. Мерзкая, серая, противная погода. Хотя лето, наверное, все-таки тепло. Тут спрыгнуть не могу, потому что... Нет, ладно, давай сначала... Нет, не побалуемся, пересохло. Некогда мне баловаться. Вот, поехали туда. Просто сейчас 250 раз смотреть эту анимацию. Подожди, а где он? Он здесь. Идет паромщик-то? Гроза? Или паромщик там остался? А, не, вон он. А то я подумала, ну мы же не приехали на нем сюда. Отвалите! Проклятие в горле пересохло. Иди попей, значит, раз пересохло. Транспорт. Давай, поехали. Время. Готов. Ага, плывем на болото. Все, друзья, плывем на болото. Как бы пропустить это? А, все-таки можно пропустить, да? Если на Escape нажать. А это мы можем пропустить? Да, можем. Таким же образом. Так, смотри-ка, рыбаков-то у нас тут прибавилось. Так вот, что мы с вами делаем? Ты рыбак и... А, ты паромщик. Если бы не монстры. Если бы докабы. Мы сажаем Геро за костер. Вот, потому что нам нужно, чтобы прошла наша интоксикация. Нам нужно будет сделать зелье. Той же ласточки, например. Чайку нет, наверное. Белый мед, наверное, не нужен. А вот ласточку, скорее всего. Ну, друзья, я сейчас займусь всякой этой готовкой и прочей кошеваркой уже за кадром. А мы с вами увидимся в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел это, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.